уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это капсулы омега-3 с красным королевским женьшенем. Риск сердечно-сосудистых заболеваний летом сильно возрастает из-за регулярных скачков давления. Как помочь своему организму? Как чувствовать себя абсолютно здоровым? Как помочь своему сердцу работать правильно? Сегодня мы будем говорить в нашей рубрике об этих моментах. Сегодня Александра Кленова, эксперт рубрики «Здоровье» на телеканале «Шоп-ин-шоу», человек, который огромное количество медицинских статей написал на тему сердечно-сосудистых заболеваний. Саша, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, об этом. Привет, Ариша. Итак, летом вообще сердечно-сосудистые заболевания резко обостряются, потому что перепады погоды, ну, как в Москве, сами видите, то жарко, то холодно, и похожая ситуация во многих регионах. Сосуды и сердце реагируют первыми, поэтому летом учащается и случаи инфарктов, микроинфарктов, кардиомиопатии, инсультов, других заболеваний. Что делает омега-3, полиненасыщенная жирная кислота? Она укрепляет стенки сосудов, она выводит из них холестерин, служа для профилактики повышенного холестерина и атеросклероза. Также она помогает стабилизировать давление. И действует омега-3 полиненасыщенная жирная кислота вместе с женьшенем. Красный южнокорейский женьшень – это иммуностимулятор. Причем вместе с омега-3 он более бережно действует на сосуды. То есть можно даже гипертоником такой препарат. Женьшень, помимо этого, нормализует мозговое кровообращение, улучшая память, укрепляет иммунитет и выводит из нашего организма токсины. Это очень редкое растение. Посмотрите, чтобы создать одну банку, нужно 8 лет. 2 года готовится почва, и еще потом 6 лет растет, собственно, сам корень красного южнокорейского женьшеня, прежде чем из него сделают препарат. Ручная работа, можно сказать, потому что вручную собирают, вручную там контролируют все стадии производства, от сбора сырья до выпуска готового продукта. И вот, собственно, перед вами препарат. Какие показания? Если у вас снижен иммунитет, если у вас хронические болезни дыхательной системы, будь то астма, будь то бронхит, если вы аллергик, если вы недавно перенесли операцию или тяжелую болезнь, или если у вас проблемы с памятью, тогда вам показан женьшень. Если у вас побаливает сердце, если у вас повышен холестерин, гипертония, даже метеочувствительность, то для укрепления сердца и сосудов вам показана омега-3. Запатентованная формула, посмотрите, в каждой капсуле концентрат из 6 корней красного женьшеня. Причем он растворен, этот концентрат, в омеге-3, то есть маслянистое такое содержимое, и усиливают эти ингредиенты действия друг друга. Капсула кишечно-растворимая, поэтому все ее компоненты всасываются именно в кишечнике. И соляная кислота в желудке ничего не растворяет, все полностью попадает в кровь и достигается максимальный эффект. Эксклюзивно только на телеканале Шоп-ин-шоу. Посмотрите, какой срок годности, да, это 22-й год производства. Мы видим с вами, что это свежайшие продукты, и это главный товар только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка в течение сегодняшнего дня на телеканале Шоп-ин-шоу. Делайте первую покупку, начинайте с товара дня. Проверенное средство для вашего здоровья и здоровья вашей семьи. И это суперхит телеканала Шоп-ин-шоу. Обратите внимание, что сегодня снижена цена, наши постоянные телезрительницы это знают. Цена 2999 рублей сразу за две упаковки. То есть вы получаете в каждой упаковке 180 капсул. И таких упаковки за эту цену вы получаете две. Плюс дополнительная скидка при оплате сразу 5% действует для вас. И цена составит 2849 рублей. Плюс дополнительная акция при заказе двух комплексов, еще 500 рублей экономии. То есть вы можете взять два комплекса капсулы омега-3 с красным женьшенем, либо взять красный королевский женьшень омега-3 плюс коллаген с витамином С и получить дополнительную скидку в 500 рублей на два эти комплекса. 500 рублей ваша и бесплатная доставка вам обеспечена. Звоните прямо сейчас, заказывайте, торопитесь. Ограниченное количество, и это самая выгодная покупка в течение сегодняшнего дня на телеканале Шоп-ин-шоу. И ты знаешь, вот честно говоря, у меня у мужа вообще такая, ну, как говорят врачи, анамнез плохой, да, сердечно-сосудистые заболевания в семье. И я, если честно, уже вот начинаю мужа водить к врачу, кардиологу, да. Я начинаю переживать действительно, потому что я и тут, и там слышу, что у человека проблемы с сердцем, что идут на операцию люди, и не дай бог умирают.
И тут важна очень профилактика, потому что если есть проблемы с сердцем в генетике, то есть если кто-то в семье страдал, например, от инфаркта, или, может быть, от гипертонии, или, может быть, инсульт у кого-то был, важно сосуды укрепить. Омега, она вычищает из сосудов холестерин, делает стенки сосудов более прочными, более эластичными, позволяя им переносить колебания погодного давления без повышения давления у нас в организме. И посмотрите, вот ваши сосуды, да, в норме они должны быть чистыми, но из-за того, что мы с вами едим много вредных жиров, пальмовое масло сейчас есть, ну, практически везде, сосуды забиваются холестериновыми бляшками. Омега-3 – это полезные жиры, она вычищает эти вредные жирные кислоты из организма. Добывают омегу из сардин и анчоусов, из океанических рыб, у которых выносливое сердце, выносливые сосуды, и все это переходит к вам в организм. Омега-3 чистит ваши сосуды, укрепляет ваше сердце, а женьшень дополнительно усиливает иммунитет и улучшает мозговое кровообращение, чтобы была хорошая память. Причем этот препарат можно даже гипертоникам, потому что если обычный спиртовой женьшень, он вызывает повышение давления, здесь защищенная специальная формула, и независимо от того, какое у вас рабочее давление, вы можете ее пить. Она легко глотается, нет ни вкуса, ни рыбного запаха специфического, потому что все спрятано в оболочку. Вот скажи, Саша, а если я ем много рыбы, да, или хотя бы, ну, пытаюсь, я получаю омега-3 из этой рыбы? Скорее всего, нет, Арин, потому что мы едим все равно рыбу замороженную, потому что в Москве ее не ловят, и вообще мало кто может позволить себе полкило свежей рыбы съедать каждый день. А в омеге-3 это как раз такая концентрация, в капсуле такая концентрация омеги-3, которая нам ежедневно нужна. Ну и плюс красный королевский женьшень, король всех растений, называют это растение, которое очень редкое. Сейчас я знаю, что проблемы с поставками в связи с ситуацией, которая сложилась. Ну и вообще Южная Корея придерживает для себя женьшень, потому что все меньше и меньше его выращивает страна, все меньше подходящих для него площадей, поэтому в будущем женьшеня у нас будет еще меньше. И на самом деле это практически универсальное растение, поэтому оно очень ценно. Как мы принимаем капсулы? Мы принимаем одну капсулу в день, в идеале делать это во время завтрака, не до, не после, а прямо во время еды. А если противопоказания? Противопоказаний нет никаких, потому что это натуральный препарат, совместим с другими лекарствами. Звоните и заказывайте, все звонки для вас абсолютно бесплатные, это самая выгодная покупка при заказе двух комплексов. Ваша дополнительная экономия 500 рублей. Набирайте наш бесплатный номер телефона.